что значит дикий мужчина? Это тот, что спустился с гор. А мы сегодня в горы даже не поднимались, потому что сломался Урал. И сегодня разбей, и сегодня мы опять играем блюз. Завтра. И хоть прогноз дурной, мы завтра точно полетим. Показывает вот так руками. Он поминает, как он летал под облаками. А мы сидим сейчас и можем только мечтать. Сидит Аня. Аня вчера летала и в новой подвеске, не зная. Yes. Он похож на Тарзана. И также он не брит. Вот что делает с людьми нелетная погода. Я придумал новый вид соревнований, кстати. Забираемся на гору. Туда еще GPS? Да, кто дальше бросит GPS. А потом еще треки смотрим. А вот Саша к нам подошел, и он показывает нам вот так. Он сегодня решил устроить нам вот такой респ-дей. Давай-давай, улыбайся, главный организатор. Мы тебе все припомним.